Театр драмы объявил конкурс на место нового главного режиссера. Вакансия открывается в связи с завершением трудового договора с нынешним главным режиссером Сергеем Виноградовым. Вы знаете, Сергей Александрович Виноградов прежде всего очень талантливый режиссер. И те постановки, которые поставил он в сезоне 2013-2014 года, они, конечно, были очень отличными от того, к чему мы все привыкли. А это более такие были, во-первых, современные авторы, безусловно, и другое режиссерское прочтение произведений, ну, скажем так, менее классическое, более современное, где-то провокационное, где-то экспериментаторское. Это очень интересный опыт для театра был. Кандидат на участие должен будет заполнить заявку, которая, к примеру, должна включать в себя автобиографию, рецензию и статьи о собственных постановках за последние 3 года и перспективный план творческого развития театра. Сказать, что у нас есть какая-то кандидатура, которая нам была бы близка театру, я не могу, и даже, возможно, это к лучшему. Мне кажется, что конкурс должен нам помочь выбрать действительно достойного, действительно интересного человека. Конечно, у меня в голове есть такой собирательный образ, какой должен быть главный режиссер нашего театра. Перед нами вообще стоит сложная задача. Вот в качестве избрания главного режиссера это вообще очень сложно. Мы один из старейших театров. Естественно, обязаны сохранять театральные традиции русского театра. Поэтому очень важно, чтобы человек это понимал. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что современное поколение, которое воспитано уже больше на медиакультуре, не будет ходить на чисто традиционные спектакли, поэтому, естественно, должна быть какая-то нотка современности в нем. Ну, я надеюсь, что мы найдем такого человека. Имя нового главного режиссера рязанский зритель узнает в середине весны.